Маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства в преддверии Нового года ждал настоящий сюрприз. Мальчишек и девчонок, находящихся в эти дни на лечении в больнице, поздравил новогодний десант. Каждый год в преддверии новогодних праздников добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области поздравляют ребят в больницах и детских домах. Главная цель всероссийской акции «Новогодний десант» – праздничные дни, никого не оставить в одиночестве. С помощью альпинистского снаряжения Дед Мороз со Снегурочкой спустились с крыши детской больницы и заглянули в каждое окно, чтобы помахать ребятам, поднять им настроение и создать атмосферу предновогоднего чуда. Детям, конечно, было очень интересно, да и взрослым было очень интересно. Зарядились положительными эмоциями именно от тех детей, которые испытали в этот момент новогоднее чудо, которые получили море наслаждения и получили новогоднее настроение. Очень приятно, когда спускаешься с крыши, останавливаешься на этаже, и тебя там вроде бы никто не ждал, все занимались своими обычными делами, и тут они видят такое новогоднее чудо, Дедушка Мороз и Снегурочка в окошке. Это был не единственный сюрприз для мальчишек и девчонок. Уже из другой сказки. Дед Мороз со Снегурочкой прилетели поздравить маленьких пациентов областного центра на вертолете. Новогодние волшебники поздравили детвору и пожелали им скорейшего выздоровления. Это незабываемый день для ребят, ведь дети всегда ждут праздника. А хорошее настроение накануне Нового года поможет маленьким пациентам быстрее пойти на поправку. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.